Всем привет! Вы на канале Клёвая рыбалка. Так, сейчас готовим лодки, туда загоним, чтобы во время ледохода их не сравняло. Когда вода придет, вот здесь затопит, и мы столкнем просто лодку сюда, и все. Сейчас будем ставить мотор и все остальное. Так, ну вот. С мужиками собрали мотор, поставили все как положено. Ну и теперь осталось дождаться воды. В принципе, этот остров у нас впервые. Мы еще не знаем, как здесь вода берет. Но судя по кустам, здесь проходит ледоход прямо по ним. Вот, посмотрите. Равняет кусты, увидите, как ложит. Вот наша лодка стоит на пути у льда. Так, гусей собираем потихоньку. Так, вот Николай убирает в пакет гуся. Гусей сейчас вот завяжем пакет. И все на этом. Потом закопаем все это дело снегом. Так, вот теперь облаживаем все это снегом. Так, вот ребята закопали все гусей. И потом брезентом это все накроем. We'll be right back.
держи, Николай. Принимай гусей. Холодильный отсек. Ларь, ага. Природная ларь. Морозильная камера. Очень большой, говорит на испанском. Ведь-то. Батамба. Адю батамба. Секини никто не видит. Так вот, ребята, сейчас сетку перебирают. Будем ее ставить. Проверять, рыба есть или нет. Щука, окунь, ясь. Налим. Еще там сорога. Ельчик. Будем жарить все это. Потом обжаривать. И коптить. Николай сказал, будет коптить. И юколу делать из щуки. Так. Что мы здесь имеем? А мы здесь имеем, в общем, вот попалась нам подъязок или ясь. Я его распотрошил. Николай его так разрезал вот повдоль. Дмитрий лук почистил. Я вот сюда вот горошка посыпал немножко. И вот положили на фольгу. Фольга осталась от гуся у нас. С жиром гусиным. Не знаю, что как получится. Смесь пряностей для рыбы есть. И ее сейчас маленько добавим. Этой смеси. Тут у нас соль, лук, перец душистый. Это у нас первая рыба в этом году по жидкой воде, поймана на сети. Камеру я, к сожалению, не успел взять, забыл. Сетка стояла где-то минут 40. И за это время попалась нам вот эта рыба замечательная. Так, сейчас мы солью присыпем маленько снаружи. Соль у нас содержится вот в такой емкости. Меньше, к сожалению, нету. Так. Давайте маленько присыпем. Соли снаружи и немножко внутрь закидаем. Так, должно отлично получиться, прям привкушаю. Теперь все это дело замотаем, как говорится, вот сюда. Обмотаем. Потом сверху еще нормальной фольгой обмотаем. Это я специально использую, что, потому что она жиром маленько, пускай тоже пропитается жиром рыба. Посмотрим, что из этого получится. В принципе, мы не особо гурманы, конечно, съедаем все, что, тем более рыба, то уже надоело нам питаться дичью. Дичь, гусь, да гусь каждый день, а тут рыба.
Так, еще один тут есть, вот еще одна фольга. Все это оборачиваем, чтобы все было плотно. Так, и сверху обернем, давайте, уже нормальной, новенькой фольгой. Все это дело. И давайте теперь все это дело закинем в угли горящие. Она будет готовиться у нас несколько минут. Вот так. Так, прошло несколько минут с момента закладки на угли. Пора перевернуть, потому что рыба очень быстро готовится. Много ей не надо. Давайте вот так перевернем. Опа! Пусть теперь эта сторона приготовится. Так, сейчас вытаскиваем рыбу. Она аж тут аж вся дымит. О, горячая сырым не бывает. Будем ее сейчас пробовать. Пока здесь положим. Так, мужики, короче, постеснялись камеры, поэтому сам открываю. Разворачиваю. Смотрим, что получилось. Так, вот так получилось. Она прям аж сварилась. Очень вкусно пахнет. Просто обалдение. Так, кушать подано. Идите кушать. Перекус рыбой. Николай дегустирует. Первый. Уволок. Как? Соли-то не хватает, да? Соли-то с той стороны. Так, вот решил тут, в общем, поснимать маленько реку. Вот буду
решил каждый день и во время ледохода, ну, время от времени снимать реку, состояние реки, ледохода. И для этого установил на пригорке вот такой вот штатив. Как следует, я его установил где-то, уже он у меня стоит пятый день или четвертый, пятый день, ага. Вот он вот так вот врос в землю. Такой штатив обычный, скажем так. И вот сейчас, как я это все дело делаю, покажу. Вот так все это дело отстегиваем. Сюда вставляем. Обратно застегиваем. И тогда у меня постоянно один и тот же ракурс получается. И потом просто фотографию я перемещаю. Здесь создал альбом. Называется «Ледоход». И вот в него я перемещаю фотографии. Ну вот как-то так вот. Дядя Миша ходил. Очень большой, ну просто. Очень она большой. Так, идем к лодкам. С сегодняшнего дня начинаем дежурство. Дежурство у лодок. Потому что вода очень быстро прибывает. И может затопить наши лодки. Так, проснулся утром. Николай дежурил ночью. И сегодня будем мы дежурить, наверное. Иду на ежедневное место фотографирования реки. И сегодня уже буду чаще передвигаться уже с карабином. Потому что вчера вечером, когда я дежурил, вот здесь вот такая вот гряда есть. Ну, холм, возвышенность, да. Оттуда сидел, смотрел вчера вот сверху, ну, с вершины. Краем глаза увидел, вон там, на той стороне вот. Видите, вот такая, вам видно или нет, вот. Протока такая есть, вот маленький островок, вот большой остров основной. Вон там он медведя увидел. Он сначала так пробежал, он там остановился, огляделся, потом туда ушел. И потом выходил вон там с хвоста. Потом я уже мужиков разбудил. Он пытался вот пробежать по льдам. И ушел, короче, вот обратно туда. Ну и мы тут предположили, что, наверное, он ушел от мужиков, которые сидят вон там на этом острове. Ну, то они там выше сидят на холме. И, в принципе, ему ничего не составляло вот быстренько обойти это озеро. И вот через вот этот мысок сюда вот проскочить.
Ну вот вчера, пока мы тут ходили туда-сюда вечером, лодки смотрели туда-сюда, может быть, он и проскочил. Довольно крупный медведь, худоватый. Вот сейчас мы будем табор переносить от воды. Вчера сюда кое-что стаскали из вещей. Посмотрим, был он здесь или нет. Его здесь не было. Вот лежат вещи. Но на всякий случай мера предосторожности не помешает. Здесь моя вышка стоит. Маленькая вышка, как говорит Дмитрий. Потому что ее оттуда как вышку видно, штатив. На фоне заката. Кто-то ледоход просил снять. Вот ледоход вам. Он еще не начался, основной. Вот сейчас пока идет большой подъем воды. Поднимает, вот топит косы. Все такое. Потом резко довонет. И вон те льды, основной фарватер там проходит. Должны начать свое движение. Вчера вот эта протока у нас шла. Ну, с той стороны горной речки давали воду. Немного шла. И здесь как водоворот получался. И сюда напихивало. Вот эти вот хлам, как видите, лед. Но когда пойдет основной лед с фарватера, это все довонется вот сюда, получается.